Исторические личности, герои сказок и бытовые зарисовки из жизни бабушек и дедушек. Маленький мир совершенно разных людей создала мастерица из Новосибирска Ирина Верхградская. В ее коллекции 1700 кукол. Десятую часть представили на выставке в музее имени Алабина. Маленькие миры обычных людей. Если вы заглянете в окошки, вы увидите там абсолютно обычных бабушек, абсолютно обычных наших теть, дядь, которых мы все знаем, которые живут с нами по соседству, которым иногда являемся мы сами. Она очень уютная, и мы хотели ее сделать такой домашней, с балкончиками, с окошками, в которые можно подглядывать. Поселить некоторые из кукол в специально созданные для них панельные дома – идея сотрудников музея. Именно здесь, в Самаре, придумали такое оформление для выставки, когда посетители могут как бы подсматривать за тихой жизнью героев через застекленные окошки. Мастерица создает кукол уже около 30 лет. Каждая фигурка – маленькое произведение искусства, проработанное до малейших деталей. Своих героев мастерица, как правило, делает из пропитанного шелка, который сверху покрывает масляной краской. Коллекция фигурок бабушек и дедушек создана из запекаемого пластика. Этот материал удачно подходит для создания эффекта пожилого лица. По словам самой мастерицы, каждая фигурка – это прожитая жизнь. Особенно понравилось то, что автор не ограничивается только бытовой тематикой. Есть костюмы, которые именно показывают известных личностей, да? Есть просто сказки какие-то, вот, и каждый может найти для себя что-нибудь интересное. Мне очень понравилось. Потому что настолько все это тонко сделано и с любовью. С помощью музейных экспонатов в зале, где представлены работы, реконструировали комнату типичной панельной квартиры недалекого прошлого. Все вместе, по замыслу сотрудников, музей должно создать образ современного мира крупных городов. Здесь человек с его приватной жизнью словно бы уменьшается и теряется на фоне громадных объектов и большого количества бытовых вещей, заполняющих жизненное пространство. Выставка будет работать до 16 октября. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События.